Здравствуйте. Я покажу, как заходить в кабинет с письма, когда вы уже оплатили обучение на курсе, и вам на почту придет такое письмо, где будет сказано, что вы зарегистрированы. Вы заходите в это письмо. Здесь ваши данные для входа в кабинет. Мы переходим на страницу для входа. И сюда необходимо оставить данные, которые вам пришли в письме. Мы копируем эти данные и вставляем в эти поля. Чтобы повторно не вводить в будущем эти данные снова и снова, мы нажимаем галочку «Запомнить меня» и нажимаем на кнопку «Войти». В углу сохраните данные для входа, чтобы вы не вводили повторно данные. И вы зашли в кабинет. И на этом